тебя труба есть? Да. Высадка, кроме харда. Все высаживаемся, кроме хардкио. Северный лес занимайте. Я один, кто-нибудь на юг сместитесь, где ЖДшка. Кроссон, поставь точку, где ты будешь, чтобы я рядом. А где мы высадились? Сейчас я ставлю. На моей красной машине стоит. С отбою не видно железку, синяя метка твоя? Не знаю, наверное. Тут техно все смотрит, у него приборки, он не точно говорит, сколько, кто там. Но он за ЖД, то есть с нашей стороны не видит. Они преимущественно вдоль ЖД, как минимум двое точно. Ну, с севера ты их увидишь, Лавкин, ты юг смотришь, ЖДшки? Да, я прям вот насыпь смотрю, южнее. Ну и мост вижу, если они по мосту побегут, я южную тоже часть моста вижу. Он убежал южную часть. Через дорогу, что ли? Да, он перебежал вот здесь вот. О, понял. Я только ушел оттуда, блин. Иди, что шевелится там, гаси. Только дороги идет, сейчас метку. Техника подъезжает. Вот здесь идет. А, вижу, крадется, да. Красан, ты возле машины? Я там же, рядом с КамАЗом. Ну, ты сейчас на КамАЗ смотрит. Нет. Кто у КамАЗа? У КамАЗа. У КамАЗа кто? Наши не бегут, убивайте. По мне стреляли. По мне, ну тихо. Сказал, я за КамАЗом лежу. Да я у тебя за КамАЗом чел, я по нему работаю. Софи, блин. Убил гранатометчика в КТК, Софи. Софи упала. За КамАЗом. Блять, меня сейчас пушить будет, меня сейчас пушить будет. Я тебя смотрю, я тебя смотрю. Меня с запада стреляют.
Да, да. Я на КамАЗ. Кто сейчас на КамАЗ пушит? Я слышал. Иду к КамАЗ. Я вижу тебя. Это Софья? Блять, вот медик это нужен. Стабилизируй. Открываю. Я слышу. Тоже. Пусть не кричит, я слышу ее. Не западня от вас убил двоих. По крайней мере, 2-300 дал. Дикий труба есть? Есть. Можешь семерку подобрать у КамАЗа здесь. Я подберусь еще. У меня 26 есть. Там дымы какие-то, походу встал один. Я ошибка дам. Давай. Я сейчас так и стабилизирую, я покидаю. Гора, есть дым? Просто меня есть. Пока я там еще доедет. Что-то проезжает по краю карты. Ну, враг. Они к лесу подъезжают. Танк, это танк, где это танк, летим? Это танк. Скажи, танк по северу у нас проезжает. Четко наши позиции. Я принял, говорю. Кроссан, ложись, спрячь. Сейчас насчет поля посмотрим. Я спрятался. Я вижу попадание, но не вижу по нему. Он уезжает, он уезжает. У меня кусты рядом у шайтана. Кто лежит в кустах, Семен? Я стою, Софья лежит. Кто сдарился? Уезжает, уезжает. Врага убил. Скорешь меня. Я куешу. Я думал, ты тащишь, ты просто там сидишь. Я скинул полезы. Отходи дальше. Живой? Да, да. А враг идет, Турасан, на тебя идет враг. Метка вот здесь прям идет вдоль дороги. Егор, принял на 90. Ну, на краю леса. На метке берем, да. Еще сейчас берем. Егор? Ты уранили, да? Да-да-да, я уранил, сюда не лезь. Я тебе подарок хотел принести. Не лезь на это вообще откроет. Егор, походу. Да, они говорят, что ранили его. Слышишь, приходи, я тебе прицелом. Вот где взрыв, да. Кроссан живой? Да нет. Вот примерно туда куда ты кидал. Егор, команда, походу, трясет. Деньги живой? Да. Ты не видишь меня? Нет, я смотрю, ну, вот эту железку, сейчас там бегают много. Лавкин, ты с семеркой? Да. Ты на той стороне моста? Да, ну, южнее моста, куешь. Западнее? Нет, я на метке стою. Значит, на западе. Моста. У них есть семерки. Много. Западная сторона моста, северная часть, 4 человека. Прям у моста уже? Да, да, я думал, это ты, бля. Не-не-не, я на метке. Спиной ко мне стоял. Я тоже просто прямо моста пущу. Видно, да? Враждебно. Это, ну смотри, ты сейчас видишь ответ? Да. Блин, точная, да. Точная, да. А танк ты живой, да? Танк. А танк это вражеский? Свой. Нет, танк. Семерка по тебе пуск. Семерка по тебе уезжай. Софья, отходи. Смотри, садбой, смотри, куда летят трассеры там. Смотри, смотри. Не вижу. Куда ты стрелял южнее? Южнее не надо. Да я, блин. Из леса был пуск. Западнее прямо, да.
Так, а счет меня... Мазом убил. Живой был. Отступаю. Так, у вас Игорь? Больше нет 300? Да, живой. Нет. Давай уже отсадить. На меня можешь? Да нет, туда отсадить. Под огнем. Тарик? Актуально поставил Рик. Не могу вылезть, меня техника накрыла. Шайтан, у меня к мосту подходит с южной стороны. Видел каску. Понял. Убил там одного с ДВшкой. Там еще есть. Лежит. Дымычки наши? Вот здесь на метке. На моей метке лежит наверху, наверху, справа от железной дороги. Я вижу, ну видел его. Вот он стреляет. Там двое, там. За мостом, да-да. Откуда? Арина, как у тебя вообще? Ставлю метку, вот отсюда был по вам пуск. Подтверждаю. Сверху железки, сверху. Перед мостом, ну, южнее, западнее моста, сверху на железке. Если к вам в лес приехать на бэхе, там нормально у вас сегодня хуёво? У нас техника вражеская едет, катается, тебя могут увидеть. На мою метку приедете, если к вам тихо, молчите. Едь на метку Рика, БМП, я еду на другую сторону. Давай зажимать их, блядь. Да, на мою метку ты приедешь, будешь видеть вот эту железку и мост. На метку Рика. Принял? Да, хорошо, да, поехал. Давай ко мне. Там оптика была, не видел? Я могу сказать, где была оптика. Рядом с Декином там камень был в лесу. Плоский широкий камень, там лежал КОшник у них. Я с него оптику забрал. А, ну все, тогда больше не знаю. Шайтан, ты ушел? Нет, пока осматриваюсь, жду наших. Давай, последний снимемся, я пока не патрулю. Да, давай. Последний. Че это? Это Лавкин, походу, да? Свои. Вот да. Там. Ну нет, я говорю, что ты... Что-то за... летит по нам. Блин, отойдите уже, либо...
Они загрелись на твой пуск. Это свои стреляли, по-моему, стрели. Нет, нет, стреляли с запада, с его части. Кому правим? Блин. Что, возвращаться к вам? Не-не-не, уходите. Лавкин дыма дать? Не, слабый ушиб. Просто я не понял, откуда стреляют. Да где-то с моста. Танк чинится, танк супер далеко парит. Задом. Там где? К Лавкину. А к Лавкину? Да, вижу этих пехов по полю пошли. Где? А, запад от нас 250. 300 метров. Я иду работать по пехам. Лавкин, тебя ПХ ждем, ну все, примерная уже метка, синяя одиночная. Я тоже поработаю. Давай. Ты не подымешься, наверное. Стык зеленого поля и пшеничного. А, вижу, да. На желтом фоне. Левее, левее, пушку, левее. Лево, влево, 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 влево. А, 250. Поближе чуть-чуть, поближе. Сейчас неплохие, хорошие. Чмошники, это у нас самое новое. Новый интригер какой-то. Че, живые они сам чи нет? Он лег там, не видно его теперь. Ладно, похер, Лапкин, садись, поедем у тебя. Мы все едем или пешком идем? Не-не-не, мы пешком, а раненые. Я по железке иду, дай на себя метку. Северный триггер, говорят, штурмуют северо-восточный. Да, не надо сейчас все. Тут Шушега стоит с чем. Приехали? Я выпил. Я так вышел просто. Ну тигер был, в южном триггере. А, ну тигр видишь медицинский, на стоке от тебя. Поверка КВ. Так, что это раз. Дайте метки актуальные, где противник подходит. Северо-запада что-то прилетит. Это я, возможно. Северо-запад наши парни. Ты бежал к триггеру, да? Рэма вижу. Вы, может быть, захватчик, поэтому в основном метками общаюсь. Ясно. В районе дымов свой же был, он сказал, что я по нему выстрелил. Я внутри сижу, я не знаю. Конечно, не. КВ, наверное, захвачен, по большей части метки. Ногу ему дал. Забежал один. Нет, триггер забежал. На гранатах где-то. Так, мужчина, я к вам подхожу. Метка моя актуальная, Виктус. Я к вам подхожу, я на актуальный. Услышь? Измени, измени. Он в 300 за бункер. Спина? Да, спина. Рин, пожалуйста, заметь. Откуда? Запада, запада. Где-то у вышки. Походище? Да. Да, вижу, вижу. Или это наш? Не-не, не наш, а справа от вышки. Севернее от вышки. Да, не-не-не, он... Я не могу сидеть. Все, оставь, сейчас его. Нет, нет, нет.
все, хватит, хватит, хватит. Я уже подошел. Кто в тигре ездит? Я не знаю, не вижу. Волочи все за тобой. Свой, свой, свой. По кармере меня не стоит. Убил. Наблюдал, как на мине подорвался танк и выпрыгнул экипаж.